Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, и это продолжение видеогайдов, как ловить различные рыбки без прилова на локации озера, и мы в данный момент рассматриваем локацию «Красивое место». Что ж, давайте сразу же приступать, чего тянуть кота. Елец обыкновенный в нашем сейчас первом претенденте без прилова. Ловится он у нас на кузнечика, это великолепная рыбка. Глубина где-то полтора. Не знаю, где-то так до метров 8, наверное. Давайте мы это и поставим. 2,1 поставим. Вот так вот. И время у него примерно ловли, ну вот где-то вот вечер, вот что-то такое, наверное, с обеда по вечер, вот так вот. Но не ночью, ночью он не ловится. Я постараюсь в каждом видео писать внизу, что такая-то вот рыба, она ловится там-то, там-то, там-то. Ну то есть еще плюс текст, чтоб был. Вы зашли и видите текстовку. Главное не забыть это сделать. Самое главное. Остальное это уже мелочи. Так что сейчас еще. У меня по плану сегодня елец обыкновенный, потом рак речной, уклейка и шиповка обыкновенная. Вот эти вот виды рыбок у меня сегодня. По плану. Так, елец обыкновенный. Как видите, все замечательно поймалось. Поймалось. Вот говорю, блин. Нет уж такого слова. Никак не могу себя исправить. Вот прошу прощения. Вот, ну не получается. Когда скажу, а потом исправляюсь. Поймалась. Вот надо как-то искоренять себя вот этот вот диалект. Ну, когда живешь на границе с Украиной 24 года и общаешься со всеми людьми здесь, все практически здесь так выражают, излагают свои мысли именно таким вот говором, немножечко русский, немножечко украинский, все это сливается, и уже иной раз и думаешь, есть ли вообще такое. Плюс еще чуть деревенский говор, ну, тут такое. Думаю, не сильно вам режет слух, но если вдруг режет, то прошу прощения. И у нас третья рыбка идет. Все замечательно ловится, как можете наблюдать. Елец обыкновенный на кузнечика. Вот его можно ловить тоже для живца. Неплохо ловится. Если вдруг уже собрались ловить живца. Живца. Ну, клев не очень частый. Хотя тут тоже дождик там влияет, гроза. Погода. Ну, время суток тут, я думаю, понятно, что ночью он не ловится. Я уже сказал. Поэтому тоже сами смотрите. Будьте внимательны, иначе можете не поймать. Все, есть. Елец у нас готово. Теперь я бы хотел вам показать, как ловить рака речного. Здесь у нас будет мясо мидии. По-моему, сейчас я посмотрю. Вроде бы оно обычное за серебро. Так, да, ну видите, за серебро. Но стоит она тоже приличных денег. Но ничего страшного. Главное, что за серебро. Давайте выберем мясо мидии. Поставим обязательно. И он у нас ловится от 0,8. Где-то примерно рак речной. И ну где-то 12,05 на дне. Ну давайте сделаем десятку. Как у нас тут? Ну, нормально. Нам в принципе главное закинуть на дно. И тоже не ночью. Ночью рак не ловится. Не знаю почему. Спит, наверное, ночью. Не ползает. Хотя помню, если брать опыт из реальной жизни, когда-то ездил на пруд на один, на огромный такой большой пруд, и кидал резинку. Ну я думаю, кто рыбачит, тот знает, что такое резинка, груз закидывается, а потом резинка с крючками, штук там 10 крючков, 8, она стелется, ну, отпускается туда в воду и лежит, к примеру, практически на дне. Ну, смотря, конечно, от местности. Если вы там на склоне или на бугорке ловите, то на дне она не будет. А будет она, естественно, в провязь висеть. Вот рак речной, пожалуйста, первый пошел. Но суть не в этом. И вот весь день не клевало, и потом уже начались сумерки, туда уже к ночи ближе, не знаю, наверное, сколько-то часов, наверное, 9 уже было.
И начался клев раков. Вы даже себе не представляете. Я тогда на резинку раков, ну, наверное, штук 25 точно поймал. Вот где-то вот туда, в ту степь. Но больше двадцатки. Это 100%. И раки такие вот, ну, неплохие, я вам хочу сказать. А еще сколько срывов было. Но рак это что же интересное такое существо? Как он цепляется? Он цепляется своими клешнями. Раз за крючок. И ты его начинаешь вытаскивать. И пока он держит вот клешней наживку, ты его можешь вытащить. Он ее отпускает, и естественно он, ну, то есть бульк, все, падает, он сорвался. Но, как правило, у меня срывов было, ну не знаю, ну сколько, ну штук может быть тоже так 7-8 срывов. А все остальное было замечательно, и я выловил раков, говорю, больше 20 штук. И был доволен. Но в основном клев был вот ночью, после вечера, и такой вот пошел прям хороший, наверное, часов после 11, после 12. Именно пошел клев, раки стали клевать. То есть в жизни раки более активны были ночью. Ну, по крайней мере, именно на том пруду, на котором я тогда ловил. Но это было давно очень. Не знаю, мне лет тогда... Это 9, наверное, было. Или 8, это вообще малой тогда был такой. Я даже резинку не я забрасывал. У меня тогда дед резинку забрасывал, Царство ему небесное. Хорошие были времена. Рак речной. Так, все, с раком разобрались. Теперь уклейка обыкновенная, очень интересная рыба. Ставим глубину 0,4 и выбираем с вами... Ой, это что ж такое? Спешу, спешу. Мякиш хлеба, чтобы вам быстрее же показать все это дело. Мякиш хлеба 0,4 и забрасываем на это же место, в принципе. Уклеечка у нас очень такая интересная, тоже рыбка. Ловится и ловится замечательно. Диапазон от 0,2 до 0,59 примерно глубин по этой рыбке, которую можно ловить и не переживать. Уклейка обыкновенная. Ой, я вот в жизни не люблю уклейку ловить, она маленькая, противная. Но она зато хорошо на живца идет. Вот даже не знаю, вот если вы едете целенаправленно ловить окуня, можно ее для живца хорошо пойдет для окуня. Но и для щуки как бы тоже. Хотя, наверное, лучший живец это карась. Вот лучше карася, наверное, вот нету вообще. Ну, гибрид, карась. Эта рыба, она просто неимоверно живучая. И лучше нее, наверное, нет вообще. Она в любых условиях выживает и ловится она просто прекрасно. Уклейка обыкновенная. Можете наблюдать три рыбки. И просто замечательно. Все у нас выловилось. И еще одна у нас рыба. Это щиповка обыкновенная. Ловится эта рыбка у нас на зерно. Так ты жучара, говнюк, не впоймался. Давайте мы с вами поставим зерно. Где у нас зерно? Неужели я его пролистал? Наверное, да, где-то в начале должно быть. Или я его не купил. Я покупал, я помню, я ловил на зерно. Вот оно зерно. Покупаем. И тоже от 0,4 до 0,59. Глубина у нас стоит такая, все замечательно. Но тут вечер и ночь у нас клюет эта рыба. Вечер, ну я думаю, 19.40, да, это у нас уже вечер, правильно? Но это я так думаю. Там, может быть, я не прав. Сейчас проверим. Может быть, после 8 у нас наступает вечер. Нет, все замечательно. Ловится. Щиповка обыкновенная. Вот еще одна вам рыбка, которая замечательно ловится вечером и ночью, которую можно ловить и не переживать. Всего в своих видеогайдах я покажу 27 видов рыб, которые можно поймать без прилова на нашем любимом озере, которое вы все так любите и хотите фармить какой-то вид рыбы для наживки, может быть, для квеста, еще для чего-то. Вот зачетик попался.
Хорошо. А может быть, когда-то вам трофей понадобится, вы придете на локацию, будете ловить трофей, вспомните мое видео, скажете: а вот, Акамарачи когда-то делал видео, вот, помогло мне, я запомнил, и теперь могу спокойно поймать трофей. Может быть, тоже. И кому-нибудь я помогу еще и трофей поймать. Все, шиповка обыкновенная. В этом видео я показал вам, как опять выловить 4 вида рыбки. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте настраивать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах. Всем огромное спасибо. Всем вам ни хвоста, ни чешуи. И до скорых встреч. Пока.